Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики канала Сашкина 600. Ну что, погода уже солнечная, теплая, и уже в средней полосе, в частности в Подмосковье, можно начинать обрезку плодовых деревьев. Как обрезать? Я по каждой породе дерева, по каждому возрасту буду снимать отдельные сюжеты. Часть из них уже снята. Это вы можете посмотреть в плейлистах «5 шагов к обрезке». Это плейлист для начинающих с азами, с основами обрезки. Ссылочку на эти все плейлисты я сделаю. И второе, тему можно посмотреть в плейлистах «Обрезка плодовых деревьев». И сегодняшний сюжет посвящен плодовым образованиям на косточковых деревьях. Вы должны знать, как выглядит вегетативная или ростовая почка, как выглядит плодовая или цветочная почка, чтобы не натворить бед, чтобы не срезать то, что должно остаться, что будет нашим будущим урожаем. Итак, начинаем, друзья. Перед вами, друзья, 4-летний саженец дюка. Дюки начинают цвести со 2-го года жизни. У него такие же плодовые образования, как и у всех косточков, но немножечко отличается тип цветения. Вот давайте посмотрим. Вот она, ветка. Это годичный прирост. В этом году у меня на годичном приросте заложились и ростовые почки, и цветочные. Вот они, видите, вот эти толстенькие почечки, это цветочные почки. И где-то 1-2 ростовых, даже сложно найти. Вот, пожалуйста, вот здесь вот ростовая почка. Она более тонкая, сильнее прижатая. Вот ростовая, вот ростовая. И вот здесь вот ростовые. Здесь вот толстенькие такие, как шарики. Это цветочные или генеративные почки. В основном они располагаются в основании побега у косточковых, но у дюковых, посмотрите, они расположены по всей длине побега. На кончике тоже вы увидите несколько цветочных почек и одну ростовую, вегетативную. В основании побега вот такая вот группа цветочных почек. Посмотрите, вот здесь хорошо видно. И есть вот такие вот образования. Сейчас я вам покажу. Вот, например, здесь. Вот это вот образование носит название копьецо. Вот оно, вот оно. И есть еще немножечко другие плодовые образования, которые называются плодушки и плодухи. Плодушка – это молодое образование, 2-3-летнее. Оно находится на границе древесины 1-го года и 2-го года. Вот они. Плодушка состоит из группы цветочных почек. 3-4 почки. Вот оно, копьецо. Видите, такой укороченный побег с большим количеством плодушек. На конце тоже может быть вегетативная почка. И вот такое длинное копьецо. Оно уже чуть-чуть постарше, оно подросло. Небольшие веточки, вот типа таких вот, они носят название букетные веточки. На них тоже находятся плодовые образования. При обрезке косточковых мы обращаем внимание, где у нас находятся цветочные почки. И если мы укорачиваем побег, старайтесь, чтобы у вас были цветочные почки и несколько обязательно ростовых почек. Иначе у вас побег прекращает рост и просто погибает. В основном косточковые мы обрезаем, не укорачиваем годового прироста, а обрезкой на период роста. Вот примерно вот это вот мы срезаем и переводим рост на нужный нам побег. Молодой дюк у меня давал очень сильный прирост, и я его просто прищипывала, когда побеги вырастали на длину где-то 50-60 сантиметров. В этом году уже обрезки я на укорачивание делать не буду, длинных приростов у меня нет, они где-то все до 30-40 сантиметров, будет небольшое прореживание кроны. Как это все будет производиться, я сниму сюжет, сниму видео. А вот это другой дюк, он называется Ночка, сорт Ночка. Здесь уже тип цветения больше похож на черешню. И по форме кроны, по силе роста он больше напоминает черешню. Ягоды у него
немножко напоминает вишню с черешневым послевкусием. И у него немножко уже другой тип закладки цветочных почек. Вот на приросте, к сожалению, ближе я не могу подойти. У него в основном вегетативные или ростовые почки. Цветочные закладываются вот здесь внизу, и у них даже форма другая. Они не такие в виде шариков, как на том сорте. Они немножко удлиненные, но также прижатые и такие же крупные. Вот они в основании годичного прироста. Сейчас вам найду вот копьецо. Вот вы видите укороченное такое образование. Вот она, букетная веточка молоденькая. Вот она. И плодушки. Вот она, плодушка. Это тоже дюк, тоже 4-летний саженец. И вот она, ветка черешни с плодовыми образованиями. Вот посмотрите, вот у нее вот такое копьецо. Вот она, плодушка. Вот еще одна плодуха. Вот годичный прирост. И вот у нее цветочные почки. Вот они вот тут в основании. И я вам показывала дюки, у одного почки круглые, такие как шарики по типу вишни, а вот на втором вот такие же длинненькие, остренькие, как у черешни. Вот они, цветочные почки в основании побега. Еще у черешни есть такая особенность, я о ней не знала и, наверное, бы не узнала, если бы, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Была сильная, очень морозная зима, и цветочные почки погибли. То есть на 3-4-летней древесине все плодушки и плодухи отвалились, ветки оголились. А вот на 3-2-летних, как оказалось, в плодушках есть не только цветочные почки, но и запасная, спящая ростовая почка. То есть у меня все цветочные поотваливались. Я думала, все, у меня теперь не будет урожая несколько лет, потому что голые будут ветки. Но, к счастью, из каждой плодушки пошел побег. Не знаю, смогу ли я вам показать. Вот наверху, вот это вот. Как вам показать? Вот этот вот побег, он вырос как раз из той спящей почки. То есть это бывшая плодушка. Вот такие образовались типа букетных веточек из погибших плодушек. Вот такой тип цветения у черешни. Точно так же, вот смотрите, вот они ветки. По длине веток находятся ростовые, это вот ветка второго года, находятся плодушки и несколько вегетативных ростовых почек. Из них будут побеги, то есть этот побег будет ветвиться. Ну и, наконец, слива. Слива старая, ее же надо омолаживать. У нее очень маленький годичный прирост, хотя есть отдельные ветки очень длинные, но они в основном вертикальный, то есть волчковый. Точно так же у нее в основании находятся плодовые образования, плодовые почки. На 2-летней древесине вот они, плодушки и плодухи, вот они. И есть букетные веточки, сейчас я не найду, наверное. То есть они вот такого вот плана, такой небольшой длины, и на них находятся цветочные почки. Ну и теперь слива. Слива старая. У нее в основном плодовые образования представлены в виде молодых вот таких вот образований. Это плодушки. Старых образований плодух. Вот они находятся здесь. Вот остаточки веточек, черешков, на которые висели сливы. Букетные веточки и копьецо есть. Вот, посмотрите. Как мы обрезаем сливу, поскольку у нее
в отличие от других косточковых, цветочной почки, находится в основном на 2-3-летней древесине. Вот посмотрите, вот годичный прирост, он пустой, здесь только ростовые ветки. А вот он пошел, пошла 2-летняя и дальше 3-летняя древесина. Вот в основном весь урожай на 2-летней. Поэтому как можно больше делаем омолаживание, обрезаем на более молодые ветки, перевод роста на вишни, но и длины прироста можно укорачивать как можно сильнее, чтобы она росла у вас не вверх, а давала больше боковых веточек. Чем больше у вас веток второго порядка, то есть боковых веток, тем урожай у вас будет выше. Вот такие плодовые образования у нас на косточках. Еще раз повторю, это плодушки, плодухи, букетные веточки и копьецо. Смотрите, не перепутайте и будьте аккуратны при обрезке. Пока, мои друзья!